Здравствуйте, друзья. Я тут уезжала на недельку и вот только вернулась, так что видео начнется с того, как Луша меня встречала после такой разлуки долгой. Конечно, ее реакция не такая, как все ожидали. В Инстаграм знали, что я уехала. И еще видео с измерениями и взвешиваниями Луняши и Вензы. Луша уже гулять хочет идти. Так что всем приятного просмотра. Понятно. Все, ты обиделась, что ли? Ты что ли обиделась? Что я скажу? О, доктор пришел. Чего она пришла? Мы ее не ждали. Мы ее не ждали и не ждали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что? Ты обиделась? Ты обиделась? Не обижайся. Ну не обижайся. Морда обидчивая. Ну не обижайся. Ну ладно. Отдохнуть съездила на 7 дней. Чего ты чавкаешь? Ой, такая встреча будет. Все, кот обиделся. Мы с тобой не разговариваем. С Вовочкой живем хорошо. Можешь и не приезжать. Ты переверни на себя. Да иди ты сюда, я тебя помацаю, дай, я тебя помацаю, дай. Я по тебе скучала, да ты тоже скучала, так ты обидчивая такая. Баба жо, обидчивая. Я думаю, тут хорошо. Без тебя было весело уже, так развлекались во все стороны. Ой, такая жабуся здоровенная. Все говорят, в Москву с ней приезжай. Она такая жаба. Он делает вид, что совсем и не скучала, и дела у меня тут были. И вообще и сейчас делал дофига. Ну, почесаться можно. Буся. Кто это такой? Все. Кот на своем месте. Все хорошо, скажу. Все вернулись. Отлично. Можно лизать, палец сосать. Все спокойно. Коты не любят перемен. Ну, кто решил мне палец отгрызть? Лапу так вальяжно сложила. Начнем наше взвешивание. Давайте, ассистент. Ассистент, 83,3. Зафиксируем. 83,3. Так, все. Венечка, скажи, такого я не ожидала. Оп. Встаем.
127,5 возьмем. Венюша! Лучше скажу, что такое? Что происходит? Венечки такой... Поставьте мою собаку на место, пожалуйста. Молодец, Венечка. Ты 123 килограмма. Представляю ротвейлера 123 килограмма. Так, 123,5. 123,5 венза. И сейчас... Лучше. Так, теперь нам нужно отловить кота. Вот. Давай взвешивать тебя. И 113,5 возьмем. Она шевелится, поэтому не уловить. Все, Луша молодец. Луша молодец, Луша 113,5 килограмм. Ой, слава богу, нет. 113,5. Сейчас мы произведем расчеты. Так, ну, в общем, 30 и 40 килограмм где-то получилось. Я сейчас себя перепроверю. Друзья, сейчас вас еще измерять будем. Да. А то всем интересно. Все думают, что Луна уже размером с Веню. Так, давайте длину измерим. Нет, между лопаток. Вот здесь вот между лопаток и до основания хвоста. Сколько? Ты... Ну, где-то 60-67. Луша проверила. Говорит, все верно. Подожди, я запишу. 67. Так, высота в холке 67. Это не высота в холке, это же длина тела. 67. Ну, извините, я так не часто пользуюсь. Давайте, длина хвоста. Сравним с Лушиным потом. 40. Ну, 40 возьму. 40. Самое сложное – это измерить в холке. Так, нам нужен... Палец убери. 60. Вот так, 60. Ну, 60. 60. Нормально. Большая девочка. Заполним графу наконец-то. 60. Луняшина очередь. Ваша очередь измеряться, мадам. Ой, лучше злая. Это ты что со мной сделать хочешь? У меня обычно ее лежа получалось измерить. Лужа, стой! Страшно! Это что это такое? Это что это такое? Так. И как нам тут? Давайте мерить длину тела. От лопаток! Я поворачиваю, прикладываю. Называется, попробую измерить леопарда. Сантиметра не было, им, конечно, поудобней. Так, я буду измерять гусю. Так. О, что это такое? 60. Ха-ха, я успела. 60. Можем измерить вот так. Вот, да, хвоста. 60. Ну, ничего не обижайся. Ну, не обижайся. Ну, не обижайся. Ложись. О, молодец. Так, давай измерим. Сейчас будем в холке тебя мерить. Нет? Нет, не уползай. Ты не упал. Так, ладно, хвост. Оп. Я перепрыгиваю хвост. 68. Ну, сейчас я попробую еще. Веня-то вон легко хвостик измерили, а тебе... Котик пиздить захотел от этих измерений всех. Да. Надо было раньше, перед взвешиванием, пописить. С леопардом, с линейкой. Она вообще не любит прикосновений всяких таких штук. Ну, моя девочка. Опа. Так вот, 50. Ну, 55. Зафиксируем.
Это что? Высота в холке был? 55. Ну, примерно. Так. Длина тела. А длина тела сколько было? 60. Все, охотимся за хвостом. Ложитесь. Давай, да. Как завалить леопарда? Ложись. Молодец. Ну, тебе будет жабушка моя, жабушка моя, корябушка. Давай я тебя почешу. Давай я тебя почешу. И пока тебя чешу, буду замерять тебе хвост. Она слышит, да нет. Подожди. Ой, какой хвост. Ой, какой хвост. О, 72. Ну, да, вот. Так. 72. Ну, это просто чемпионский хвост. Вот так. Вот они. И совсем лучше, не больше Вени. Ну, уже, конечно, подбирается. Венза за лето постройнела. Обычно 45. Зимой 45 весело. Ну, вот так. Закончили с измерениями. Девочки, полосы.